В середине марта в Германии состоялась 50-я юбилейная туристическая выставка и форум ITB Берлин-2016. Украина была достойно представлена на этом событии национальным павильоном. В этом году нашу страну презентовали 4 города – Киев, Одесса, Львов и Черновцы. Кроме того, участие в выставке приняли 14 частных компаний, национальный авиаперевозчик МАУ, ряд туроператоров и отелей. Поэтому я считаю, что в этом году Украина была представлена достойно. В прошлом году из-за разных событий не было общего национального стенда. До этого Украина была благодаря помощи немецкой организации GIZ несколько лет представлена на этой выставке. И теперь мы будем стремиться к тому, чтобы каждый год был стенд Украины, потому что это самая крупная в мире площадка. Общая площадь украинского стенда составила 60 метров. Арендовать ее удалось благодаря финансовому участию представителей украинского туристического бизнеса и помощи европейских доноров, которые выделили для этой цели 20 тысяч евро. Масштабы самой крупной в мире туристической выставки колоссальны. Это 26 павильонов. Каждый из павильонов как 4 одесских морвокзала. В общем, 160 тысяч метров, на которых в этом году разместились 10 тысяч экспонатов из 187 стран и состоялись 200 мероприятий. Количество посетителей тоже впечатляет. 180 тысяч посетителей за 5 дней, из них 120 тысяч – это торговые представители, то есть представители от бизнеса, и 60 тысяч – это посетители, которые сами желают путешествовать. А еще 48 министров, 87 послов, 380 блогеров из 30 стран, 5000 аккредитованных журналистов из 80 стран и 7 миллиардов евро оборот бизнес-сделок. Главным вопросом, который обсуждался на ITB-2016, стала безопасность туристов. Кроме того, юбилейная выставка сделала акцент на развитии новых IT-технологий в туризме, возможностях деловых путешествий и презентации экологических маршрутов.